наперегонки с ценами. Планируете купить машину? Поторопитесь! Цены на авто в новом году могут подскочить на 10-17%. Возможные повышения эксперты увязывают с целым рядом факторов. Главное – повышение утилизационного сбора. Издание «Коммерсант» сообщило, что Минпромторг предложил индексацию от 87 до 125%. Сильнее всего мера ударит по чистым импортерам. Отечественным производителям траты компенсируют субсидиями. Инициативу уже назвали спорной. Затраты на утилизацию фактически удваиваются. В Минпромторге, в свою очередь, заявили лишь о 10-15% индексации утильсбора. Так или иначе, увеличение сборов ложится на бизнес и потребителей. Повышение цен едва ли поспособствует восстановлению авторынка. Кроме того, сокращение автоимпорта не способствует импортозамещению. Завозимые из-за рубежа модели не конкурируют с локальной сборкой.